В рамках проекта «Билет в будущее» школьники из Карачаева-Черкесии побывали в детском лагере «Орленок». Ребята вернулись и поделились с нашей съемочной группой, как представляли свои проекты, какие привезли оттуда новые знания, море впечатлений и незабываемые знакомства с участниками из других регионов. Смотрите подробности. 9 участников проекта «Билет в будущее» из Карачаева-Черкесии получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» за личные достижения в федеральном проекте. С 31 октября по 20 ноября участники провели в лагере «Штормовой» на техносмене «Море. Вектор будущего». Участвуя в программе, каждый подросток посетил образовательные курсы Академии морских профессий, где получил теоретические знания и практический опыт их применения. Мы активно принимали участие в проекте. Тем самым нам удалось побывать во Всероссийском детском центре «Орленок». Мы познакомились с ребятами из разных регионов нашей страны. Нас научили морским дисциплинам, например, таким как такелаж, барабанное дело и семафор. В конце смены каждый ребенок мог сдать на юного моряка. Изучая открытия, совершенные российскими инженерами, судостроителями, а также знакомясь с современными тенденциями в мире технологий промышленных производств, каждый участник расширил свои знания и представления о технологиях проектирования и конструирования, получил опыт коллективного и индивидуального создания технических, исследовательских, игровых и творческих проектов. «Орленок» – это достаточно масштабный, получается, лагерь, он очень запоминаются прекрасные эмоции, такая атмосфера невероятная, что словами не описать. То есть тебя окружают уйма хороших людей, прекрасные вожатые, и все это, как сказать, ну, это незабываемое ощущение. Стоит отметить, что каждый участник смены получил сертификат о прохождении курса Академии морских профессий. На протяжении всех дней девчонки и мальчишки проявляли свой потенциал в творчестве, науке, знаниях, спорте и лидерстве. Смена оставила яркие воспоминания у участников. Орлята нашли новых друзей и вернулись домой с желанием достигать новые успехи. Альбина Курочинова-Кенжева, Ренат Муков, «Вести», Карачаева, Черкесия.